Привет, зритель! Игра зовет нас с тобой в славный город Уфа. Это стадион «Нефтяник», это матч между командами Уфа, соответственно, как вы понимаете, и «Краснодар-2». И вот уже в подтрибунном помещении мелькает Александр Маюн вместе со своими помощниками. Александр Маюн — это главный арбитр сегодняшнего матча, который по традиции выводит команды на стадион. Все готово к началу этой встречи. Помолясь, приступили, дорогие друзья. И давайте, пока мяч в воздухе, как говорил классик, начнем о составах. Итак, Уфа, хозяева поля, первый номер в воротах, он же капитан Олег Бакл. И Александр Мостовой здесь совершенно ни при чем. А вот это опасная прострельная передача. И это Баклов, который делает первый по-настоящему серьезный сейф. И дальше защитники Уфы немножечко надругались над Александром Маюном. Дескать, почему не свистишь? И другой Карпов, который Данил, пытался за это предъявить своему сопернику. А вот он момент, и вот он гол! Вдруг откуда ни возьмись, подключился сюда Андрей Дамоцев и забил свой первый мяч на, ну, таком серьезном представительном профессиональном уровне. Мы поздравляем Андрея. Разве можно придумать лучший дебют? Мы с вами говорили о том, что форвард — это такая штука и такая материя весьма серьезная. С той точки зрения, что ему нужно быть нужное время в нужном месте. И это Уфа, которая в атаке, которая заканчивается, ну не заканчивается еще, по крайней мере. Опасный момент продолжается. Удар какой! Ну вот, молодые сегодня у нас решают. Данил Григорьев. И все это может зайти далеко. Удар. Эдуард Багринцев интересно приложился. По крайней мере, все сделал правильно. Но наверняка резкость — это уже не главный конек Артема, но опыт. Опыт. Ух ты. И вот такие вот истории. Пасевич, штрафной площади. Прострел. И как курьезно это заканчивается. 50-я минута матча. И Уфа возвращается в эту игру. Ничего не уверенно. Голиков сыграл на выходе. Давайте смотреть еще раз, как это было. Прострельная передача Пасевича. Голиков играет. И Мигран Агиян становится автором забитого мяча. Сам того, ну, желая, конечно, но не ожидая, так точно, совершенно. Так, с санкциями идет Александр Маюн. Ух ты, кого-то сейчас удалит. Кого? Ну, Николай Николаевич, все, уже бить идет. Настолько же непростительные заклятия. А вот это момент. А вот это Агиян в штрафной площади с мячом. Удар в дальний! Мигран! Во втором тайме вы точно цветущий весенний одуванчик. Попытка обыграть или что-то придумать. Отдает на ближнего. Получает ответную передачу. Агиян. Еще одна передача. Гестаров. Вот уже где. И вот он момент. И вот он удар. И вот он сейв. И вот он гол. И вот он гол. 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 Уфа переворачивает этот матч. Невероятно. Да кто в первом тайме мог сказать? Все контролировал Краснодар. И вот он Баклов, который сюда прибежал. По-другому это не сказать. Это характер. Это то, что называется красивым испанским словом «кахонес», но вы все понимаете, о чем речь. Шамиль Исаев. 2-1 Уфа. И будет заход на третий еще раз и еще раз. Нет, вставляет свисток в губы Александр Маюн и фиксирует эту победу футбольного клуба Уфа над второй командой Краснодара. Какой-то великий матч мы с вами посмотрели, потому насколько же он был неоднороден.